enough. Для нас Шри Матаджи – духовный учитель. Учитель для всех очень близкий. Я говорил здесь больше для гостей, которые впервые пришли к нам на этот великолепный праздник. Всякое явление в обществе имеет много сторон. Для меня, как для ученого, важнейшим фактом является то, что мы через мать, через ее мужа, можем укрепить отношения самой дружественной в мире страной Индии, великой державы. Я должен сказать и напомнить, что через 9 лет Индия выйдет на первое место в мире по народу населения, обогнав тоже великую державу Китай. Мы очень рады приветствовать посланца Великой Индии. Я еще раз напомню для наших гостей и приношу извинения. I beg your pardon for extranjeros. Not the possibility translated in English. То обстоятельство, что Индия единственная в мире держава, которая не проливала кровь русских солдат. И мы не проливали индусам кровь. Понятно. Горячо поддержал избрание матери почетным членом Академии. Василий Григорьевич, сержант, я прошу сказать, приветствую нашего учителя. Я просил Василия Григорьевича сказать. Благодарю за внимание, будем слушать нашего великого учителя. Я кланяюсь всем искателям истины. At the very outset, we have to know that truth is what it is. С самого начала нам нужно знать, что истина есть то, что она есть. You cannot change it, you cannot transform it, you cannot describe it. Вы не можете изменить ее, вы не можете описать ее, вы не можете трансформировать ее. I'm very happy that so many of you have come here to know about.
счастлива, что так многие из вас пришли сюда, чтобы узнать об истине. I really apologize for the very small hall in which you have to fix yourself somewhere. Я на самом деле приношу извинения за этот очень небольшой зал, в котором вы все должны как-то размещаться. Next time I'm sure we organize in a better way. Я надеюсь, что в следующий раз мы это лучше организуем. So the truth is not known to us, but unconsciously we are seeking the truth. Итак, истина неизвестна нам, но на подсознательном уровне мы ищем ее. We want to solve the problem through our mind. Мы хотим решать наши проблемы через ум. But this mind is a myth. Но этот ум – миф. It's created by ourselves. Он создан нами самими. Through our conditioning and our ego. Через наши условности и наше эго. So one has to go beyond. Так что нужно выйти за него. To know the truth. Чтобы узнать истину. Whatever I'm telling you, you are not to believe it, but to experience it. Все, что я говорю вам, вы не должны этому верить, но вы должны ощутить это. The truth is that you are not this body, this mind, these emotions, this ego, these conditionings, but you are the pure spirit. Истина заключается в том, что вы не это эго, не эти эмоции, не эти условности, не этот ум, а вы являетесь чистым духом. In all the scriptures it is described that you should know yourself, you must have self-knowledge. Во всех рукописях написано, что вы должны познать самого себя, получить знания о самом себе. People are seeking money who are of low level of spirituality. Люди ищут денег, но это низкий уровень духовности. Then there are people who are seeking power. Затем, in the politics or something. Затем есть люди, которые ищут власти в политике или в других областях. And there are people who want to get hold of some lands and fighting for it. Затем есть люди, которые сражаются за какую-то землю и хотят овладеть ею. All these things are not going to give you the self-knowledge. Все эти вещи не дадут вам никакого знания о себе. Without getting the self-knowledge, you can never be satisfied, whatever you might get, money, power or land. Без знания о себе вы никогда не можете получить удовлетворение, что бы вы ни имели, силу, власть или же землю. Even to enjoy whatever you have to have self-knowledge. Даже если вы наслаждаетесь тем, что у вас есть, все равно у вас должно быть знание о самом себе. All the scriptures have described about it. Все рукописи писали об этом. Luckily, I'm very happy that you people didn't do much of religiousness. К счастью для вас, вы не так уж сильно были подвержены религиозности. Because the so-called religions have just harmed human beings by creating disunity and dishonesty. Потому что все эти религии нанесли только лишь вред людям, и создавая невежество, и создавая нехорошие связи. Because most of the religions are money-oriented or power-oriented. Потому что большинство религий ориентированы или на власть, или же на деньги. But they are not spirit-oriented. Но они не ориентированы на дух. So we take to science. But science is amoral. Итак, мы переходим к науке, но наука аморальна. It doesn't give you the morality that is needed. Она не дает вам нравственности, которая необходима вам. By forcing people, you cannot bring in morality by saying, don't do this, don't do that. Принуждая людей, вы никогда не приведете их к нравственности, если вы будете говорить, не делай этого, не делай того. In the human awareness, people are still not steady. На человеческом уровне сознания люди все еще неустойчивы. They easily get dominated by their six enemies. Они очень легко поддаются доминированию своих шести врагов. Lust, greed, anger,
jealousies, possessiveness, and also attractions. Это жадность, это похоть, это притягательность, это пристрастие к деньгам и так далее. Attraction. И также это attraction, притягательность. So, all these enemies are there to drag man's attention to very low level. Все эти враги здесь для того, чтобы привлечь массовый уровень, привести его на очень низкий уровень. But one has to rise above that. Но необходимо подняться выше этого. Buddha said that as long as we have desires, we will suffer. Будда говорил, до тех пор, пока у нас будут желания, мы будем страдать. But main thing is that you have to have knowledge about yourself. Но самое главное, у вас должно быть знание о самом себе. Even Mohammed has said that you must know yourself if you want to know God. Даже Мохаммед Сахеб сказал, что вы должны познать самого себя, если вы хотите познать Бога. I know that the Saint Petersburg has been a city of independence. Я знаю, что этот город Санкт-Петербург был городом независимости. It always took a very independent view of the whole thing. Он всегда имел свою очень независимую точку зрения. For that, you must have a proper introspection. Ради этого у вас должна быть надлежащая интроспекция. Now it's so easy to get to your spirit. Сейчас очень легко прийти к вашему духу. In the light of the spirit, you can know about yourself. В свете вашего духа вы будете знать о себе. We have in our triangular bone a subtle power called as kundalini. В нашей треугольной косточке имеется тонкая сила под названием кундалини. I should tell you that I have heard that two great saints came from India, even to Russia. Я должна вам сказать, что двое великих ученых пришли в Индию, в Россию. Also the elder son of Sri Rama, because they have twin brothers. His name was Lav. He came here, and that's why you all are called as Lavs. Даже старший брат Рамы, как вы знаете, у него было два сына, его имя было Лав, пришел сюда, и вот почему вас называют славяне. And the younger brother was Kush, he went to China and was called as Kushan. И а младший брат, которого имя было Куш, поехал в Китай, и вот почему идет название Кушан. So that means that people in Russia have been always longing for a higher life. Это означает то, что люди России всегда стремились к более высокой жизни. They did not seek this mundane materialistic life. Они никогда не искали что-то мирской, обычной жизни. The people who were involved, people who were of a higher level in Russia, have been great masters of music, masters of literature, and masters of art. Великие люди России всегда были очень большими мастерами в искусстве, в музыке, в литературе. It was such a great country. Это такая великая страна. So now we have to have self-knowledge is the first truth. Но сейчас первое, что нам нужно знать истину, это знание о себе. The second truth is that there is an all-pervading power of divine love. Вторая истина заключается в том, что существует всепроникающая сила божественной любви, that does all the living work, которая делает всю живую работу. All these beautiful flowers you see here, it's a miracle, but we take it for granted. Все цветы, которые вы видите здесь, это чудеса, но мы принимаем это как должное. Who does this miracle? Кто творит эти чудеса? There is an all-pervading power of divine love which does all these living things, even running our heart. Есть эта божественная сила, которая делает все эти живые вещи, даже биение нашего сердца.
This divine power is reflected within us in the triangular form as kundalini. Эта божественная сила отражается в нашей треугольной косточке как кундалини. This form is called a sacrum. That means the Greeks knew that it's a sacred form. Эта косточка называется сакрум, что означает, что греки знали, что это священная косточка. So when this power rises, she passes through six centers. She nourishes them. She enlightens them and integrates them. Когда эта сила поднимается через шесть центров, она питает их, она улучшает их и она объединяет их. And thus you become one with the all-pervading power because it crosses the 49 bony area, giving you the actualization of the baptism. И таким образом она дает вам союз со всепроникающей энергией, что является на самом деле осуществлением крещения. This is actualization. It's not somebody putting hand and saying you're baptized. Это на самом деле происходит. Это не то, что кто-то подносит вам к руку и говорит, что вы крещены. So now when it happens, you get so many of your powers manifested. И когда это происходит, у вас проявляются такие большие силы. First of all, if you are an artist, you become a tremendously dynamic and creative artist. Во-первых, если вы художник, вы становитесь исключительно динамичным и созидательным художником. If you are a musician, you become a world-famous musician. Если вы музыкант, то вы становитесь известным по всему миру. If you are an architect, you produce very beautiful buildings and beautiful architectural designs. Если вы архитектор, то вы вырабатываете прекрасные здания и прекрасные проекты архитектурные. That is only when she nourishes the first center. Это происходит только лишь тогда, когда она подпитывает первый центр. Then in the higher center than that, you understand what is satisfaction. You enjoy the satisfaction. Затем в более высоком центре вы начинаете понимать, что такое удовлетворение, и вы начинаете испытывать и наслаждаться им. At the same time, your attention becomes very concentrated. И в то же самое время ваше внимание становится очень сосредоточенным и просветленным. This attention can work out thousands of things, of which you are not even aware. Это внимание может делать тысячи вещей, о которых вы даже не имеете понятия. So you improve financially, physically, also politically, socially. Так вы получаете улучшение и финансовое, и физическое, и политическое, и социальное. In the family way also you improve. И в семье вы также получаете улучшение. Then when it enlightens the higher chakra of heart, you become a compassionate person. Затем, когда она просветляет четвертую сердечную чакру, вы становитесь сострадательным человеком. Your interest in useless things drops out and you become compassionate. У вас отпадает интерес к бесполезным вещам, и вы становитесь сострадательным. You become absolutely peaceful. Вы становитесь совершенно миролюбивым человеком. And this compassion works, acts. И это сострадание действует. It's not just I have compassion, I have nothing. It's really works and acts. Это не просто, что вы говорите, я сострадательный, у меня есть это. Нет, оно на самом деле действует и работает. In the same way, also your peaceful personality emits peace, emits. Точно так же вы, являясь миролюбивой личностью, излучаете этот мир. And creates peace. И создаете этот мир. Then higher than that is the second chakra of the Vishuddhi by which you become a universal being. Затем более высокая чакра, это чакра Вишудхи, с помощью которой вы становитесь вселенской личностью. By the another chakra between the two on the optic chiasma, the optic nerves where they cross, you become absolutely thoughtlessly aware. Затем, когда кундалини пересекает шестой центр агью, там, где есть пересечение зрительных нервов, вы становитесь совершенно безмысленно сознательным. You are aware, but you are absolutely thoughtless.
Вы сознаете все, но вы абсолютно безмысленны. Thoughtless, because you become one with the present. Безмысленны, потому что вы становитесь едиными с настоящим. And in the present resides the reality. А реальность существует в настоящем. Because past is finished and future doesn't exist. Потому что прошлое уже закончилось, а будущего еще не существует. And then you grow even higher and pierce this last center of sastrara, I can call it the thousand petals. Но затем вы проходите еще выше, через седьмой центр сахасрару, который также называется лотосом с тысячами лепестков. When it is enlightened, then all kind of very subtle knowledge of spirituality dawns upon you. Когда вы просветляете этот центр, то тогда на самом деле все знания духовности буквально осыпают вас. Now very subtle poems are written, books are written, and all these great works of literature have come from people whose sastrara was opened up. У тех людей, у которых открывается сахасрара, действительно открываются всевозможные литературные способности. Они пишут величайшие книги, и другие все великие вещи происходят у таких людей. All great politicians, all great composers, all great writers, all of them had this capacity because their sastrara. Все великие поэты, все великие композиторы, все великие художники имели эту способность потому что у них была открыта сахасрара. You become collectively conscious at this point. Вы становитесь коллективно сознательными на уровне этой чакры, где показывает Шримадача. You feel your centers as well as you can feel the centers of others. Вы чувствуете свои центры и также можете чувствовать центры других людей. These centers are responsible for your physical, mental, emotional, and spiritual being. Эти центры ответственны за ваше физическое, ментальное, эмоциональное и духовное состояние. All right. Now, this special capacity you develop that you can cure your chakra. И вы приобретаете особенную способность лечить свои чакры. By which you correct all your problems. С помощью чего вы корректируете свои проблемы, исправляете их. Secondly, what happens is that you know how to correct. Второе, что с вами происходит, вы знаете, каким образом нужно исправлять. And you can now feel the chakras of others and correct their chakras also. И вы можете теперь чувствовать центры других людей, чакры других людей и исправлять и их также. So you become extremely powerful. Так что вы становитесь исключительно сильными. But when you cross this limit and is permanently connected with the divine power, then you develop a new dimension of doubtless awareness. Но когда вы превосходите эти пределы, и вы все время находитесь выше уровня сахасрары, вы развиваете новое состояние, это состояние без сомнения. Then you have no doubts about yourself. Когда у вас нет ни малейших сомнений в отношении самих себя. You know you are a realized soul. Вы знаете, что вы реализованная душа. You know you have self-knowledge. Вы знаете, что у вас есть знание о себе. All interest in money and all nonsense drops off. Весь интерес к деньгам и другим бессмыслицам отпадает. And you become a superhuman being. И вы становитесь сверхчеловеком. Your attention becomes powerful, and your desires become even more powerful. Ваше внимание становится сильным, могущественным, и ваши желания становятся еще более сильными. Like this instrument, if it is not connected to the mains, has no meaning. We too have no meaning if we are not connected to the mains. Как этот инструмент, микрофон, если он не подключен к дальнейшим усилителям, он не имеет значения. Как и мы не имеем никакого значения, если мы не подключены к этой высшей силе. Then we get our identity.
Тогда только лишь мы получаем свое отождествление. We are not then anymore deluded. Тогда мы больше не имеем, не впадаем в заблуждение. We don't try to copy. Мы не хотим никого копировать. Like I see here now, Moscow is amazed that because your money is convertible, people are spending all their precious money on the junk that is coming from America. Как я видела в Москве сейчас, поскольку ваши деньги стали конвертируемы теперь, вы тратите свои бесценные деньги на приобретение всевозможного хлама, который везут вам из Америки. America has ruined the whole world by their bad films, and immorality has filled the whole world because of them. Америка разрушила весь мир из-за своих плохих фильмов, и аморальность во всем мире также возникла из-за этого. Also, they are going to bring in that immorality to you. Они также хотят ввести эту безнравственность и в вас. I have seen girls walking about with very funny dresses. Я видела девушек, которые ходят в очень странных одеждах. This is all absolutely was never done by Russians. Этого раньше никогда не делалось русскими. They are always properly dressed. Они всегда надлежащим образом одевались. Только лишь за последние несколько лет я вижу, что они стали прибегать к этим западным одеждам, которые дадут им болезнь. Но нужно понять действительно глубоко, зачем нам кому-то кого-то копировать. Your country has such art, such culture. So why should you take the stupid culture of other countries? Ваша страна имеет такое искусство, такую культуру. Так зачем же вам копировать культуру других стран? Indians are very wise and very ancient also. Индийцы очень мудры, и они также являются очень древней нацией. They will not take to this kind of culture much. Они не очень сильно прибегают к такого рода культуре, принимают ее, вернее. Moreover, we cannot get anything imported even this much in our country. Not even this much. И кроме того, в нашей стране мы вовсе не прибегаем ни к какому импорту. Not even one shop. Даже нет ни одного магазина с импортными вещами. This is all thanks to Mahatma Gandhi. Это все происходит благодаря Махатме Ганди. Who said never import anything, but export everything. Который говорил, никогда не импортируйте ничего, но экспортируйте все. That is why India is going to be so strong in finances. Вот почему Индия станет столь сильной в финансовом плане. But one has to be patriotic. Но нужно быть патриотичным. Once you get your self-realization, then you will know how great is your country, and you will not take up anything from the West. Как только лишь вы станете таким, вы будете любить свою страну, и вы не будете принимать ничего с Запада. You will take to decency, to morality. Вы будете приходить к благоразумию, к моральности. And above all, to the divine qualities and values. И сверх, выше всего этого, божественным качествам и ценностям. It is very important because in our country also these Westerners have given very wrong ideas and people are cheating us. Это очень важно, потому что в нашей стране эти люди Запада также пытались насаждать эти элементы западной культуры, и люди обманывали нас. They are all getting exposed. Они сейчас все разоблачены. So one has to understand that we have to be self-respecting. Поэтому нужно понимать, что нам нужно уважать самих себя. Even when they get self-realization, still they go on in a dilly-dallying way. И даже если у них есть самореализация, все они еще продолжают вести себя шатко. If you have to grow, then you have to become a serious surgeon. Если вы должны расти, то вы должны стать серьезным сахаджа-йогом. Otherwise, one day will come when you will be completely exposed and you will know how horrible it is to live in this hell. И
если вы не будете этого делать, то однажды вы будете разоблачены, и вы узнаете, сколь ужасно жить в клетке. Now this is a special time. I call it a blossom time, but it's a special time when you have to decide. Это особое время, я называю его временем цветения, но это особое время, когда вы должны прийти к решению. Because it is the day of judgment, the last day of judgment. Потому что это день суда, это день последнего суда. Whether you want to go to heaven or to hell, you have to decide. Вы должны решить, хотите ли вы идти в рай или же вы хотите идти в ад. No one can force. Никто не будет принуждать вас. You have to decide. And you have to find out what is really benevolent for you. Вы должны сами решить, что является благоприятным для вас, что является благом для вас. For you, for your family, for your nation, for the whole world. Для вас, для вашей семьи, для вашей страны и для всего мира. This is the last breakthrough of your evolution. Это последнее звено вашей эволюции. It is the natural process of evolution, which is a living process for which you cannot pay. Это естественный процесс эволюции, ради которого вы не можете заплатить. You can pay for this hall. Вы можете заплатить за аренду этого зала. But not for self-realization. Но не за самореализацию. So it works out very quickly these days, I see. Так что сейчас я вижу, что это все работает очень быстро. But you must respect yourself and respect your self-realization. Но вы должны уважать и себя, и свою самореализацию. And you have to grow. И вы должны расти. You have to grow, by meditating. Вы должны расти, медитируя. Also by collective meditation. А также благодаря коллективным медитациям. It is very important, because if you say, I was meditating at home, it makes no difference. Это очень важно, потому что если вы говорите, что я медитирую только лишь дома, то это не имеет значения. You have to humble down and come to the collective meditation. Вы должны стать скромным человеком и приходить на коллективные медитации. I was told there were many meditating centers in Leningrad, but now there are only two. I don't know why all this has happened. Мне говорили, что имеется очень много центров медитации в Санкт-Петербурге, но сейчас их осталось два. Я только не знаю, почему это происходит. So you must all organize the proper meditation centers for yourself. Так что вы должны организовать надлежащие центры для медитации. Of course, for meditation also you don't have to pay. И, конечно же, ради медитации вы не должны ничего платить. Formerly it used to be one individual used to do the meditation, only one used to get realization. Today there are thousands. Обычно только лишь один человек медитировал, один человек получал реализацию. Сейчас же это тысячи. It is a collective happening. Это то, что происходит коллективно. So you have to be collective. Так что вы должны быть коллективными. I'm sure this great place, which is a place of such ancient importance, will take up a lead in Sahaja Yoga also. Я уверена, что этот город и этот центр, который является очень древним, также будет займет главенствующую позицию и в Сахаджа Йоге. Last but not the least, jump in the ocean of joy. И последнее по порядку, но не по значению, это вы должны окунуться в океан радости. Joy is singular. Радость и одна единственная. It is not unhappiness and happiness. Это несчастье или же несчастье. But it is pure joy. Но это чистая радость. Which is the greatest achievement of human awareness. Которая является величайшим достижением человеческого сознания. I wish you all luck, and I'm sure today you are all going to get yourself realized. Я желаю вам всем удачи и хочу, чтобы все мы сегодня получили самореализацию. Want
единственное, это те люди, которые не хотят получить ее, должны покинуть этот зал. As you know, many people are also cured by surgery. Как вы знаете, очень многим людям получили выздоровление благодаря сахаджа-йоге. And not only, but you achieve your health so well in surgery. И не только лишь это, но вы получили такое хорошее здоровье в сахаджа-йоге. So I would request you, those who don't want to have, should leave the hall. Поэтому я должна попросить вас, те, которые не хотят ее получить, должны покинуть этот зал. Because I cannot force on you this great thing known as self-knowledge. Потому что я не могу силой вам навязывать это великое, что называется знанием о себе. I'm sorry, these people sitting in the middle can come down here and be seated. I'm sorry for them to be seated on the ground. Мне жаль, что люди, которые сидят вот здесь спереди, посередине, не могут подойти. Возможно, что им можно как-то подойти и сесть ближе. Посмотрите. Are they comfortable? Как, вам удобно? Спрашивает Шримата. Сахаджа-йогин, говорит Шримата. There are two conditions which are very simple. Существует два условия, которые очень просты. One is that you should believe in yourself. You must have full faith in yourself. Первое – это вы должны верить в самих себя. Вы должны иметь полную веру в самих себя. You should not feel guilty at all. Вы не должны никоим образом чувствовать вины. Whatever wrong you have done in the past is finished. We are talking of present. Что бы вы плохого не сделали в прошлом, это закончилось. Мы говорим о настоящем. So please don't feel guilty. Поэтому, пожалуйста, не чувствуйте никакой вины. If you feel guilty, the center on the left hand catches. Если вы испытываете вину, центр левой вишудха блокируется. And you may develop very bad spondylitis, or maybe angina, or maybe lethargic. И вы можете выработать очень плохой спондилез, или же ангину, или же летаргичные органы. So this is your own power which is going to work it out, which is going to give you the glory. So don't try to feel guilty, because that will spoil your chances of realization. Это ваша собственная слава, это вы сами получите это, так что не старайтесь упустить этот шанс получить свое знание о себе. So you have to forgive yourself. Поэтому вы должны простить самих себя. Completely. Полностью простить. Then you have to forgive everyone else. А затем вы должны простить и всех остальных. You might say it's very difficult. Вы можете сказать, что это очень сложно. But whether you forgive or you don't forgive, logically you don't do it. Но прощаете ли вы или не прощаете, логически вы не делаете ничего. But when you don't forgive, you torture yourself. Но если вы не прощаете, вы мучаете самого себя. So what's the use of torturing yourself? Так какова же польза мучить самого себя? Moreover, the center, the Agya center, in the optic chasma is like this constricted up centrally. Кроме того, этот центр Аги, центр пересечения зрительных нервов, полностью блокируется так, как показывает Шриматаджи. And if you don't forgive, it won't open. И если вы не прощаете, он не откроется. And how can the kundalini pass? И как же тогда кундалини сможет пройти через него? So just say, Mother, I forgive everyone. Поэтому просто скажите, мать, я прощаю всех. Then it will open out like this.
И тогда он откроется так, как показывает Шриматаджи. Another request is to take out your shoes if possible. Вторая просьба состоит в том, чтобы вы сняли свою обувь, насколько это возможно. Пожалуйста, снимите вашу обувь. Пожалуйста, направьте обе ваши руки к Шриматаджи, так как она показана. Now please put down your head. Теперь, пожалуйста, наклоните вашу голову вперед. Put the left hand higher like this, and with the right hand, you see if there's a cool or a hot breeze-like vibrations coming out of your quaternary bone area. Bend your head and see. Наклоните вперед вашу голову, поднимите немножко выше левую руку, а с помощью правой руки посмотрите, исходит ли прохладный или же горячий поток, напоминающий вибрации из области вашей родничковой кости. Если он горячий, то это значит, что вы не простили или же себя, или же других. So now please forgive. Так что сейчас, пожалуйста, простите. Please forgive everyone and forgive yourself. Пожалуйста, простите всех и простите самого себя. Just by saying, Mother, I forgive myself and I forgive others. Просто говоря, мать, я прощаю себя и я прощаю всех. Now you put the right hand closely. Теперь правую руку направьте к Шриматаджи. And bend your head and see with the left hand. If there's a cool or a hot breeze-like vibrations are coming out of your fontanel bone. И с помощью левой руки убедитесь, исходит ли прохладный или же горячий бриз, подобный вибрациям из области вашей родничковой кости. Some people get it closer, some away from it, but don't put your hand on top of your head. Некоторые чувствуют это ближе к голове, некоторые дальше от головы, но не кладите вашу руку на голову. Have faith that it's coming out of your head. Верьте, что это исходит из вашей головы. Don't doubt yourself. Не сомневайтесь в себе. Now put the left hand towards me and raise it and see again bend your head with the right hand. Теперь опять левую руку направьте по направлению к Шриматаджи и с помощью правой руки убедитесь. The cool or a hot breeze is coming out of your head. Прохладный или же горячий поток исходит из области вашей родничковой кости. Bend your head, please, bend your head. Пожалуйста, наклоните вперед вашу голову. Вот так. Now, raise your both hands towards the sky like this. Теперь отклоните назад вашу голову и поднимите, и направьте вверх обе ваши руки, как показывает Шриматаджи. Ask any one of these three questions, three times. И три раза задайте любой из этих трех вопросов. Вы можете звать меня матерью или же Шриматаджи. Мать, это прохладный поток Святого Духа? Это первый вопрос. Второй вопрос. Мать, это всепроникающая сила божественной любви? Третий вопрос. Мать, это Парам Чайтанья Дару? Задайте, пожалуйста, любой из этих вопросов три раза. Теперь, пожалуйста, опустите ваши руки вниз. Теперь поднимите их выше. And watch me without... И наблюдайте за Шриматаджи, не думая ни о чем. Now, all those
who have got full beans or hot beans on their fingertips or on the palm or out of their fertile bone area, raise your both hands. Теперь, пожалуйста, все те, кто почувствовал прохладный или горячий поток на кончиках ваших пальцев, на ладонях или же на области родничковой кости, поднимите обе ваши руки вверх. That is the really the great country and the great city of St. Petersburg. Это величайшая страна и величайший город Санкт-Петербург. All of you have. Все ваши имени, все вы получили. Все вы. Я не могу увидеть ни одного человека, который бы не получил по-моему. Спасибо вам большое. Сейчас вы должны спеть такую песню, чтобы все остальные в зале могли аплодировать вам, подпевать, так, чтобы ваши ладони получили эту энергию дополнительно. Сон, песню Магомая. Да? Магомая. Нирмалама. Bajrangi Bali Ras
Саджите джагме баджира.
На следующий год я определенно снова приеду в Санкт-Петербург. И я надеюсь, что тогда у нас будет гораздо больший зал и гораздо большее количество людей в нем. Спасибо вам. Thank you.